Наш главный герой на песке – всеми любимый и известный мишка Тедди. Для разнообразия я использовала здесь синий песок. Для начала подготавливаем песочный фон, и следующая наша задача – это рисование окружностей. С помощью овалов и кругов сразу наносим общую схему нашего персонажа. Далее следует этап вырезания нарисованных окружностей. И здесь самое главное – вырезать данные окружности в правильной последовательности. По ходу рисования вы сами поймете, почему эта последовательность так важна. Самое первое вырезание начинается с ушей, затем мы вычерчиваем контур туловища и только после этого головы. Далее работаем с лапами. После начинаем прорисовывать мордочку мишки. При рисовании деталей головы постарайтесь повторять все мои движения. Чем точнее вы будете копировать мою технику, тем качественнее будет смотреться ваша работа. Самое важное здесь – это выдерживание правильных пропорций рисунка и точная техника исполнения. Запомните главное правило песочного рисования. Чем аккуратнее вы рисуете, тем чище и качественнее будет смотреться ваша работа. Для придания живости в глазах у мишки не забываем добавлять блики. Заканчиваем наш рисунок рисованием травы и цветов. Трава рисуется кончиками ногтей, а цветы мизинцем. Наш мишка Тедди готов.